Театр драмы закрыл сезон премьерой «Завтра была война». В основе спектакля одноименная повесть Бориса Васильева. Но авторы намеренно пошли на эксперименты. В постановке звучат авторские песни иркутского композитора, а роли исполняют не только артисты театра, но и студенты Академии Наяновой. Счастлив видеть вас в нашем театре, Николай Иванович. Здравствуйте. На площади перед Самарским академическим театром драмы праздничное оживление. Премьера сезона спектакль «Завтра была война» вызвал у самарской аудитории неподдельный интерес. По словам автора постановки Валерия Викторовича Гришко, его сюжет никого не может оставить равнодушным. Билеты были задолго распроданы на все спектакли, и вот это самое приятное. Ну, и я совершенно четко себе отдаю отчет. Потому что сам еле сдерживаю слезы в финале. Это настолько мощная вещь, которую написал Борис Васильев, что зрители, конечно, уходят. Окунуться в события предвоенных лет пришли около 800 человек. На сцене история о девятиклассниках, которым через год предстоит уйти на фронт. Вчерашние дети учатся любить, прощать, отличать правду от лжи. А над ними незаметно сгущаются тучи Великой войны. А что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин. Да-да, двух. Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба. Даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит страну, в которой он родился. И ненавидит ее врагов. Спектакль стал финальным в театральном сезоне. В конце июня театр уйдет на каникулы, чтобы встретиться со зрителями в сентябре. Николай Козлов, Александр Дудко, Новости Губернии.